Добрый день, меня зовут Алексей, я являюсь экспертом по испытаниям агроцентра Самара. Мы с вами находимся на площадке агроцентра, на участке с подсолнечником, где сейчас посмотрим разницу в месте, где был обработан подсолнечник фюзеладом Форте и без фюзелада Форте. В данном месте обработки не было, как видим, злаковые сорняки прекрасно себя чувствуют. Смотришь вдаль, прям зеленый ковер. А на данном участке была произведена обработка. Как видим, здесь преобладает только лишь марь и щирица запрокинутая. Злаковых сорняков и след простыл. Еще раз без обработки.